Ну, ничего ценного. Представляете, я, блядь, запись мувика забыл включить, сука. Это будет большая потеря для твоих фанатов. Ну, кочерыга, давай трет отдам тебе. Половина из них отпишется. Давайте заново подниму ВК во второе. Это распустим просто. Сплотившись, вы сможете пройти по... Да. Из глубины ледяной короны навстречу вам поднимаются... Да. Воительницы плети. Пропускаю. А, уже запустил. Пусть состязания начнут... Да, у нас фермер. Ой, здесь надо 4 хила. Говорят, живой катапульт дамажит больше, чем мертвый катапульт. Говорят, войт без шема дамажит больше, чем шема. Войт вообще не дамажит. Ладно, все подтвердили готовность. Во имя темного повелителя. Во имя... Так, смотрите. Но у вас это темный дебаф, поэтому эти темные шарики добавляют вам ДПС. Светлые шарики не ловите. Умрете. Урон получаете просто. Урон хиты. Подведи босса к светлому порталу. Если ты меня еще слышишь. Ну, повезло. Разбить каст. Каст. Давайте меняем этот, короче, портал, надо темную вальку слить, спидкаст. Быстрее. Но... На ниточке. Так, у меня БРКД, внимательно хильте втроем сейчас. Давайте к темному порталу подходим. Погнуть смена цели. Бля, я даже портал сейчас не сменю. Сейчас сменю. Знаешь, от чего они копятся? Ну, от воронки. Да, кстати, и от шаров. От шаров, но от воронки лучше. О, смотри, нихуя себе, я шестой по ДПС. Второй раз за рейд выкидываете. Что даете? Второй раз за рейд выкидываю единицу. Сотку выкидываешь? Да, почти. Только без двух нулей. Ну, она сейчас пошутила. Ну да. Ну, просто у меня нет чувства вина. Просто вы уже спите. Да. Просто там... Кирилла нет в районе. Там люди сидят на лече, малани. Надо им помочь, да? Любой вызов. Король Лич
понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки племени. Кто записывает мультики, блядь? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. 12 часов подряд. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Угадайте, как его зовут. Во! На-на-на-на-на-на-на. Францы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Имбазадор по сравнению со мной щенок, блядь. Бездумно построили свои дома. Гусь какой-то, на. Ну, нейм. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Да кто он такой, нахуй? Я перед ДПШ одной рукой, блядь. Особенно Шем. Без Шема и с Шема. У меня Глора есть, могу Глору убить. Да-да-да. И ультрасю и всех ваших этих геев, блядь, ПВПшных. Баб всех предупрежу. Боги, ты тут еще? Не слышно вообще? Если бы Вуди звали не Вуди, а Вуди. Вуди, ты тут? Нет. Вы в три хила захилите? Нет. Вот, понял. Там же 4 хила. Ну, ДЦ хотел в ШП спекнуться, сказал, что щиток бесполезен. Ну, ДЦ, да, бесполезен. Пускай спекается. Ну давай спекайся. Так, давай подумаем насчет танков. Счастливый супер-пупер, два подтопала. Хотя, нет, Англикс, а нет, да. Блин, ладно. Чё, мне холика? Хотя, да, давай будет холика, деморонайзер протопала. Зачем, зачем, пускай два холипала. Чё, у тебя друида нету, Рехтера? У меня есть тогда крита не будет. Просто Элем будет, Элем есть. Блять. Я не успел. Бейте, бейте. Я сменил шлёк. Нормально, сейчас понравился. У вас танка 2. Ну нормально, я так же. Я самокроз пишу пока. Бейте, трэш. А кто сагрил вообще? Шортвейдер. Микролайт, бери, пожалуйста, зловещую тыковку. Ой, да блин, кого? Вы успеваете? Ну. Вы не можете следить за гром, с ним танк? За плаща не будет, я сюда за плащом хожу. Зачем два хулипа? У нас сейчас теперь 5 хилов, да? Нет. Нет. Ну а кто второй танк у нас? Не врывайтесь сразу, пускай он набьет агро. Да падай. Да почему, блядь, можно убить в одного танка? Тут ты в одного танка убьешь здесь. Не знаю, я танчил в одиночку, раз потупал. Вэров. Не нравится. Вэров у нас нету. Минус 3 уже. Нет, минус 5. Считай катапульту. Ну давай попробуем. Пока еще никто не умер лишний раз. Я здесь, у меня синий экран смерти был. Там все равно бесполезно. Кому надо был плащ вообще? Что всем нужен был. В смысле, сейчас он упадет нахуй, давайте бейте. Да, давай бьем, короче, так, справа хилика, сатарарепа, контролите мобов. Это на второй фазе. Понятно? Я еще одного законтролю. Дайте баф по этому, по локу, пристабаф, каску, крест сразу. Присты бьем взрывом разума.
Встали все под босса. Сейчас кто умрет, получит ГП. Посорвете гросс мобов, получите ГП. Кант получит. Подводите звезды за контрольным мобам тоже ГП. Подводи мобов под босса, протопал, давай. Под босса, это значит под босса, они там чистые. Давай гнев небес по ним. Этот щиток, ну все, короче, ой, все, играйте в трэш теперь. Все в трэш сыграли. Сейчас будет закапывание еще одно. Сколько? На 30%, да, фаза? Да. Ну вот. Стипки, по-моему. Скорее всего, не будет. Сейчас еще трэш и переводится босс. Там уходит, что ДПС не дает. Все в трэш играем. В трэш все играем. Подводи трэш под босса. Все в трэш играем. Хилик идет Джулиум, что-то не тянет. Пускай зароется лучше. Все в трэш играем, теперь гимноманы споем. Играйте в трэш. Тут играем. Хилика, Джулин, гимноманы, взрём разума, бьём у нас сретов как нет. Чего-чего? Оба спели, когда вы попросил. Все. Добейте взрыва. Ну будет точно два трэша. Значит, давайте первый трэш справа с ТРВ по Хилика контролят. Слева Джулиан. Экс Обливион. И постарайтесь за минуту обновить баб. А следующий трэш счастливый ловишь. Больше некому контролить мобов тут. Покаяния нету. Корни не помогут. Давайте под босса, сейчас будет фаза. Контрольте мобов сейчас появится. Ну, слева одного. Я мобов законтролю сейчас. Давайте рост. Никакого у я дамага. Ладно, ну, вот этого моба слить. Верни моба в мини-зоне, пожалуйста. Я дал стан громовой пусты. Отлично. Не знаю, там гимн ХП надо давать, наверное. Нет, жесть. Ну, извини, но нечем уже хилить. Ладно, это было близко. Можно расслабиться. Супер-пупер, спекайся в танка. Чё там, в хиле оставаться или не надо? Не, теперь можешь остаться... Кем ты там был, уже не важно.
смысле, остаться в филе или остаться в ретрике? В ретрике оставайся, да. ДПС какой-то хуёвый был, не знаю. Три человека лежало весь бой. Как ты, блядь? И что? И одного еще не видно. Кажется, там... Блядь, вот... Ничего, четыре человека не видно. Ничего не говорит. Ну как так, блядь? Ну там обновление, видишь? Видишь 2% у деморонайзера? Ну дай ты круг исцеления, ну пиздец. Ну что за... Хуй знает, блядь. Ну не роняется так рейд, ну как так? ДЦ тот же может поиграть обновление вообще в путь. Это заклинание еще не готово. Бафите. Я еще кулаки давай сейчас дам. Карты нет. Плака. Каски нету. И лапы. Ты каску дай. Олег, дай лапу. Супер-пупер счастливый. Два. Да. Так бывает. Ты слишком много хилишь. Топай. Слушайте, когда пауки закапываются, можно сбить каст погружения? Да. Ну нахуй нужно. Залить их, короче. Лети жуков к жуку. А Олег специально молчит? Да. Ну, уже сказал, на расслабоне можно. На расслабоне гимноману пое. Кто-нибудь там ТТ поставьте на расслабоне. Слышно меня? А сейчас слышно меня? Да. А до этого не было слышно? Не было. Нет. Каску дайте, кто каски дает? Супер-пупер, я говорил, каски раздает и говорил, что если до конца боя не будет касок, минус 0500 ЕП сразу. Скажите, у кого не будет каски до конца боя? Ну, у всех паладинов. Ты себе дай каску, супер-пупер. Всем паладинов, минус 0500 ЕП. Я, блин, говорю что-то, говорю. Ничего не было слышно вообще. Вы, оказывается, не в нем идите, да? Да вообще на расслабоне все тут убивается, просто хант с пулей у табоса, когда там не спекнулся, так бы убили. Плавайте под босс. Ну, сейчас переведем. Thank you.
А у риска хила есть вообще по боссу? Да, вот тоже. Я просто смотрю на хп, оно как-то увеличивается быстро. Может быть. Да. Ура! Мы его убили. Мощный руба. О, смотри, сюда. Говнакс. Смотри, что Англиф пишет. Что пишет? Что порезку пофиксили. Наверное, и на Фрея, да? Значит, порезать. Значит, я не зря, либо мне показалось, но не зря, наверное, я это заметил. У босса хп увеличивалось со временем. Килика игрок не найден. Вот теперь надо на ФБ сходить, посмотреть, каково это. Ну, блядь, тяжело это. Вот. Так вы после этого ходили на ДФБ, после того, как ДФБ порезали. Становится сложнее еще. Оно и было сложным, но мне было легким. Да, не, сейчас еще. Ну сейчас еще сложнее. Вот. То же самое, что он баб тут. Выходили на ДФБ после того, как порезали уже. Так я и говорю, блядь, мы там жопу рвали, блядь. Там надо. Там дамажишь, блядь, там, ну, все надо, блядь. Фласки, хуяски, всю эту хуйню прожимать, тыкать так, чтобы клавиатура разваливалась, блядь. Да не, я разраб неправду говорит, неправду говорит. Платирес. Пиздим, да? Завоевать. Нехороший разрад. Покоритель. Защитник. Ну, кому-то надо вообще-то. Просто так ходим сюда.